заяву на установчі збори на ініціативній групі. Ми так. Ви подали там цей документ. Це раз. Ми його даже не подали. Ми маємо право присутствувати. Просто как граждане. И мы хотим. Мы не журналисты, мы представники громадськості. И мы хотим присутствовать при рассмотрении наших жалоб. В смысле? Вы объявляете закрытым заседание установочных сборов? В момент, когда ваши скарги будут разгляднуты, мы вас запросим. Они никогда будут разгляднуты. Вы вчера говорили и заявляли, что будут рассматриваться наши жалобы и в нашем присутствии. Вы написали скаргу на установочные сборы. Они еще не розпочались. Так давайте сначала рассмотрим скарги, а потом розпочнемо. Если они еще не розпочалися, как они могут... Сначала должны распочаться розгляд скарг. Спочатку мають початись установчі збори. Так, підтвердіть, пожалуйста, що ви не пускаєте представників громадськості, які подали документи до установчих зборів. Наташ, ну не надо. Это самое. Подтвердите, пожалуйста, это будет материал для суда. Вы подтверждаете, что вы препятствуете заходу помещения? А вы ответьте на вопрос, пожалуйста, и потом... Я отвечаю, вы будете допущены, когда установочные сборы начнутся, и они решат вас допустить. Все, крапка. Алло. Прекрасно, это уже материал. Будьте добры, те, кто препятствует проход, дайте, пожалуйста, интервью. На каком основании вы препятствуете людям пройти в зал установочных сборов? А? Прекрасно. Мы подали жалобу, прошу прощения, и жалоба должна быть рассмотрена в нашем присутствии. Я хочу зайти на общественное собрание. Я, секунду. Но меня отталкивают физически. Собрание общественное. А вы ж покурить вышли? Вы ж курите? Ну, курите. Кем установлены порядок? Организаторами сборов. Подождите. Организаторы сборов установили порядок. Вы отлично. Вы хотите меня сажать, либо перебивать? Вы кого лично? Муниципальная варта. Да. Просто ну, да, моя фамилия Бела, Евгения Александровна. Моя фамилия Стулов, Сергей Петрович. Да, да. Причем меня физически. Кстати, он журналист. Не пропускают. У нас это уже заснято. Нет, а вопрос. Вы в курсе, что по 996 постанове все заседания громадских рад відкриті? Проводятся відкрито. 996 постанова. Прекрасно. Подождите, так люди уже там, или что, есть люди первого сорта, второго сорта? Прекрасно, пропустите нас, пожалуйста. Я зараз вызвал наряд полиции. Почему нет? Открыта карна справа. Тому я прошу вас бути свідками. Вызвал? Да, вызвал. Прекрасно. Зафиксирую. Заява журналиста. Может меня не пустить, блин, это сам, на громадский. Так я же веду диалог. Я что-то начинаю говорить, вы такие раз перебили. Я начинаю что-то говорить, хорошо, попробуйте, давайте. Вы сами себя послушайте, пожалуйста. Давайте попробуем вас послушать. Слушайте сами себя. Да. Я вам еще раз говорю. Для одного, чтобы... Разрешите, я хочу... Наташ, 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 Наташ. Я хочу зайти на собрание. Наташ, ну ладно, не... Наташ. А чего вы меня отталкиваете? Ты посмотри. Я не отталкиваю. Наташ, я Наташ, Наташ, а, Наташ, Наташ. Ну, я хочу Наташ. Зайти на собрание, ну, просто. Не рви сердце. Вас пригласят. Ну, вы сами не думаете. Не надо меня приглашать. Это я контакт. Вас приглашу. Вы сами да, контакт создаете. Наташа. Честно. Ну, как подождите, ну, слушайте, вам не кажется, что вы несете бред? Вы препятствуете людям, потом обвиняете людям этих же людей в том, что они создают бардак. Мне кажется, что это чушь. Вы что-то хотели сказать? Я с удовольствием вас выслушаю. Мне кажется, что вы сейчас просто манипулируете фактами. Манипулируем? Вы не пускаете, хватаете людей, и мы манипулируем фактами. Как не хватаете? Вы не пускаете людей и хватаете их за руки. Вы вообще понимаете, вы же в Украине живете, или что вы делаете вообще? Те люди не допускают. Вы можете оказаться в следующий раз в такой же ситуации. Вы что-то хотели сказать, что содержательно, Наташа? Вы нормальные вообще? Мы строим демократическую страну, или что мы делаем? Спокойно. Мы же будем потом это по всем... Так, представьте, пожалуйста, а кто вас уполномочил не пускать представителей общественности на установочные сборы? Кто именно дал такое поручение? Будьте добры, уважаемый. Я обращаюсь лично к вам. Вы стоите как раз перед дверями и не пускаете представителей общественности. Вы не могли бы представиться и сказать, кто вас уполномочил? Нет. В смысле нет? Вы не пускаете меня. На каком основании? У вас больше прав, чем у меня. Вам дано поручение, у вас есть служебные повноважения, припис суду, ухвала суду. На каком основании вы не пускаете? Скажите вашу фамилию. Мама тоже с утра будет. Здравствуйте, а что это, нас не пускают? Да, нас не пускают, все как обычно. Причем отталкивают, просто уже меня оттолкнули несколько раз. Вот это день, да.
Так, ну все-таки, давайте проясним вопрос. Алло? Вы применяете физическое воздействие к людям. А? Это что, закрытый список? У нас есть список, по списку запускаете. А кто именно поручил вам не пускать тех, кто нет в списке? Ну, конкретно имя, отчество. Мероприятие. Мы имеем право по 3 часа. Будьте добры, пожалуйста, конкретно, кто вам поручил? И кто вы такой, представьте себе? Что это за тетушки у нас тут выполняют? Непонятно какие. Будьте добры, представьтесь, и кто поручил? Вы знаете, что за самоуправство есть уголовная ответственность? Мы же корректно. Сейчас, Наташа. Корректно задаем вопрос. Кто поручил? Вам же сказали при что? Мне, да. Что вас пригласят. Вы не поняли. Не надо нас. Сейчас, секунду. Ребят, давайте не все. Давайте я отвечу. Мы не спелкуемся. Подождите, как не спелкуемся? Вы нас не пускаете, а мы не спелкуемся. А если вы присутствуете? Вы нам отвечаете, что нашу жалобу рассмотрят без нашего присутствия. Это противоречит законодательству, гражданский кодекс. Они будут рассматривать вашу жалобу. Не будут? Не будут. Только что говорил, что вроде будут. Они решат. У вас есть распорядок громадской рады, вы отвечаете так, что это самое, что они будут делать. Ну сейчас приедет полиция, будет получается, они с вами согласовали порядок проведения громадской рады. А вы, молодой человек, не хотите представиться и представиться, на чем, на каком основании вы делаете то, что вы делаете сейчас? Я отвечаю одному. Как вас зовут? На ухо другой. Вы не на связи с нами? Смотрите, репортаж будет в телеканалах. Не в курсе. Просто стоите. Они знают, что они совершают уголовное правонарушение, присвоили себе незаконно властные полномочия. Сейчас уже два наряда милиции выполняют вызвали. Выполняют функции тетушек. Автоматчики. Автоматчики обязательно. Вот интересно, чем людям заплатили? Вот мне просто интересно. Да. Попросили? Законом не знаю. Кстати, дали указание вашего начальства, а будете отвечать персонально вы. Да? Понимаете? Да. Уголовная ответственность лично на вас возлагается, потому что вы сейчас присвоили себе незаконно властные функции, которых у вас нету. Вы не являетесь сотрудником правоохранительного органа. Вам никто не давал полномочия препятствовать гражданам входу в общественное помещение. Это общественное помещение, которое является государственной собственностью. И это публичное мероприятие. Це публічний заклад. Публічні заходи тут відбуваються, і ви маєте забезпечити можливість нам пройти. Якщо ви цього не робите, то ми фіксуємо, що ви зробили кримінальне правопорушення. І вас особисто за це будуть притягати до відповідальності. Як київлянин до мозга костей. Подождите, а що, є до мозга, є до кості, є до половини кості? Мы тут сортировать будем, первый, второй, третий сорт. Почему вы оскорбляете нас? Да потому что вы сортируете людей. Я такой, я сякой, я до мозга, негодяй. Я до полумозга. Негодяй и подлец. Да такого же вы слышу. Не имеете чести, совести. О, прекрасно. И на этом основании вы не пускаете. Вы здоровый лоб, не воюете. Вы только портите живете. А вы мне будете раздавать указания? Вы гиена. Что? Гиена, которая живет. Прекрасно. Это официальная мотивация не пропускать граждан на установочные таких сборы. Вы подлец. А вы что тут делаете? Я снимаю. Я защищаю народу. Я вижу, вы здесь защищаете. Наташа. От меня, да? От меня, матери. Да, от меня, от матери. Я уверен. Уверены? Да. Что вы негодяй и подлец. Я об этом знаю все. Ох, сколько негодяев и подлецов. С подачи одного. Подачи одного Черноротова сразу развелось. Подлецов и негодяев сразу. Оскорблять ветеранов может каждый. Ох, да ветеранов теперь все. Это особая стать. Они это имеют право судить имеем все. Право защищать этот не город, пускать. Нарушать наши права. Чтобы вы, негодяи и подлецы, не присасывались к бюджету, не грабили киевлян. И так будет всегда. Шикарно. И мы наведем порядок в этом городе. Бесподобно. Алло. А таких подлецов, которые сидят под юбками жен, портят баб, пьют пиво здесь по Киеву, а потом бегают и хотят еще и бюджета отпустить, как вы, негодяи. Нужно садить в тюрьму ваших. Ваша дорога. Коллеги, КПЗ, тюрьма, давайте зафиксируем, какая у нас идет запланированная провокация на конфликт со стороны АТО. АТОшника, не АТОшника, я прошу прощения, я имею в виду не истинных защитников Родины, а со стороны тех тетушек, которые тут напялились и приходят и провоцируют здесь общественность и представители институтов громадского суспильства. Вы же показывали российский паспорт. Вы же показывали российский свой паспорт.
Да, ну это фестиваль бреда, просто фестиваль бреда. Товарищ Елена теперь с этой стороны снимает. Ну так вас не видеть, не снимать фасад, ну это же просто преступление против человечества, это не увековечить такой бред. Надо психушку вызывать, потому что человек неадекватный. Снимайте, снимайте. А скорую вызвать? Надо на свидетельство. Скорую попросили вызвать. Скажите, пожалуйста, вы, смотрю, поздоровались, вы в курсе, кто этот человек и на основании чего он не пропускает представителей громадськості, Института громадського суспільства на установчі збори при Мінсоцполітики? Не в курсі? Вони хочуть забезпечити провести першу раду таку. Яку? Це установчі збори громадської ради. Я сам був в цій громадській раді вже 2 роки. Чинко Олександрович відказався, що сам, правда, був в городі. Так, зараз не пропускають представителі общественних організацій. Тоже не пустили. Ну вы же оттуда завышли. Или вы? Меня не пустили даже на это. А, не пустили на это. Собрание само, да? Как громадянин, любой громадянин может прийти на любое заседание. Вот. Это другой вопрос. Да, я вас. Вы как громадянин. Да, правильно. Вы можете как громадский спостерегач присутствовать на этом. И вас не пустили. А можно вас попросить, извините за нескромный вопрос, ваша фамилия, имя, отчество, чтобы мы знали, что кого еще не пустили? Ткаченко и Герасимов. Спасибо большое. Меня зовут Амельченко Роман Васильевич, общественная организация. Вот. Спасибо большое за поддержку и за правильную оценку происходящего. Дальше. Мало того, ребята управляемые, что, я так понимаю, что идет между министерством и громадой, чтобы сделать ее, все хотят как лучше работать. Да. Да? Все хотят, но благими намерениями. Да. Но хлопцы сталкивают лбами этих с этими, их же руками. Они этого не понимают. Я думаю тоже, у них интеллекта не хватит на это. Кинулось, что я и так далее, а потом поняли, что я тесты, и же я кругом. Да. Ну, вроде как похоже. А так хотели меня тоже уже выносить. А что скажите, вы против того, чтобы представители общественности и вообще громадских спостерігачів, взагалі громадян України, не пускали на установчі збори громадських рад? Вы поддерживаете, что это неправильно? Не то, что поддерживать. Надо это министерство тогда и вообще не брать в расчет. Ну как мы можем не брать в расчет и органы исполнительной власти? Это они на нас работают, это они мы на нас. Им просто верим и говорим, что мы хотим. Разрешите, разрешите. И отдали. Потому что это правильно. Они нанятые нами за наши налоги и так далее. Что нам надо? Нам нужно то-то. Напишите на бумаге. Я написал, отдал. Все, ребята, и работайте. Мне времени нет. Мне каждая минута нужно жить на что-то. Да. Зарабатывать где-то это. А я сегодня потерял полдня. А кто мне это возместит? Я волонтером уже сколько лет здесь? А жить-то надо. Ну, тому що я по цьому кримінальному провадженню повинен доповісти, ну, доповнені свідки. Послухайте мене, будь ласка, вже, да. вже був сюди виклик, вже... Ні, я вже тут був, до вас. Ні, я знаю. Раніше особа, яку не пустили, була доставлена до управління поліції для написання заяви. Далі пояснюю. Встановлена особа старшого, голови ініціативної групи, який проводить зазначені збори. Згідно цього, ви можете, який взяв на себе відповідальність за організацію цього закладу. Зафіксували, хто не звичайно. Будь ласка, зафіксуйте всіх тих, кого не пускають. Будь ласка, ми хочемо подати заяву про скоєння злочину за статтею 353 Ну тут є 354, 64, 353 Конституції України. У вас вже воно готове? Ну, заява вже є у вас. Так, я прошу, щоб ви зафіксували всі. Зафіксируйте, пожалуйста, личності людей, які препятствують проходу в помещение Дворца ветеранов.
Пожалуйста. Фамилия, имена, отчество. Послушайте меня, пожалуйста. Мне нету смысла переписывать у всех присутствующих здесь. Как нет? Люди оскорбляют, отталкивают и не пускают. Вы можете написать заявление. Давайте. Зафиксируйте людей, которые здесь. Имена, отчество и фамилии. Кому и кто конкретно угрожал? Подойдите ко мне, вы будете писать заявление. Да, давайте по одному. Кто вам конкретно угрожал из данных? Давайте проходите. Показывайте, кто вам угрожал. Давайте конкретно. Дальше. Оскорбляю меня, мужчина. Сейчас только что зашел. Плащ палатки был, да. Плащ палатки. Вот негодяями, подлецами и так далее. Так, и еще. Меня конкретно не пустил. Мужчина, плащ палатки. Я прошу пройти его, вывести. Вас конкретно. Сейчас, документы запишите. Я показывал свои посвящения. Мне ведет конкретный громадянин. Відкрита вже кримінальна справа, я хочу, щоб його засудили. Хто мені коли не конкретно не пише? Тому я прошу вас подивитися. На каком основании это мероприятие закрыто? На каком основании? А то потом разберут. Вот конкретные люди. Для того, чтобы рассмотрели, что эти поцелуйки скоро. Этого не делали. Ну что это делает? Он помощник адвоката. Нас нет. Вы считаете это аргументацией не пускать? На данный момент, да. Подожди секунду. Вот вы нет, в списках не пускаем. Вот этот вывод, пожалуйста. Это ваше мнение, ваши поручения. Вам даны полномочия, кто не в списках, не пускать. Вот как вы от одного к другому перешли? Я да. Мое личное мнение. Ну, какое есть, да. Для того, чтобы любое мероприятие прошло более-менее организованно, конструктивно и дало какой-то результат, у него должен быть порядок, процедура. Подожди, Алина. Удовольствие, вы мне можете объяснить, то куда я... Подожди, давайте попытаемся какой-то диалог. Я заблуждаюсь, может, еще чего-то. Конференция не поправится. Есть процедура. Я так понимаю, что все желающие подавали список участия в установочных сборах, да, которые Минсоцполитики каким-то образом согласовала. Там есть набор документов, чего-то еще. Да. Все правильно. Если вы не попали в списки, а, вы не подавали документы, б, вы подавали документы, их отклонили, с, я не знаю. Да, правильно, в целом правильно. В целом правильно. Так или иначе. Да. В списках участников сборов у нас, но разве яствует отсюда, что мы не можем там присутствовать?
Первое. Второе. Нами наши документы отклонены. И мы подали жалобу и просили рассмотреть ее в нашем присутствии. Гражданский кодекс Украины, если жалобщик, подающий жалобу, говорит рассмотреть присутствие, его обязаны пригласить и рассмотреть присутствие. Нам вчера, мы подали жалобу и нам сказали, ваша жалоба будет рассмотрена. В нашем присутствии, да. И теперь нас не пускают. И жалобы не рассматривают нашим. Это гражданский кодекс Украины. Она сможет рассматривать только сейчас. Сейчас происходит регистрация. Так, это во-первых. Сейчас, подожди. У нас какой-то диалог. Пытаемся. Да. Хорошо. Вопрос в том, что когда сборы начнутся, будет зафиксировано количество участников установочных сборов. Я знаю, что только сборы начнутся. Да. Я уведомлю организатора сбора, что присутствует группа людей, которые хотят на правах зрителей, наблюдателей, присутствовать там, оглашу это в зале. Ну и на том, конечно, спасибо, но я хочу вас проинформировать, потому что ваш коллега не в курсе, ну, как говорится, и спасибо, что сказал, что не в курсе, и думаю, что вы не в курсе. 996-я постанова Кабмина. Про участь громадськості, управління державними справами, зокрема, громадські ради. Всі зібрання громадських рад проводяться відкрито. Загалом. Відкрито. Ми пишемо заяву. Значить, нас вони звинувачують, оці сміливці, які там сховалися за спиною влади, тому що ми на них напали. Ви знаєте, я на них напала, я їм погрожувала. Ну, ми вже проходили. Я вже термінатор. А вона взагалі з російським паспортом. Я з російським паспортом. От Аліна з російським паспортом. Поліція, я вибачаюсь. Поэтому, на самом деле, я понимаю ваше желание, как бы участвовать... Мое желание только одно. Какое? Не произошло. Произведение не было вокруга, не было криков, перекриков. Поэтому я заинтересован, чтобы не было. Только не пустите меня. Подождите, если я прошу прощения, на секунду перебью, я потом снова вернемся к вашему. Если бы ваши коллеги не стали дергать, отталкивать и не пускать туда, никакого, в принципе, физических контактов бы не было. Честно сказать, я лично не видел, как это происходило. Но перед этим был похожий инцидент, когда человек просто на пролом лупился и отталкивал, говорит, я хочу пройти. Ну, на самом деле он имеет право пройти. 996-я постанова. А вот теперь мы начинаем трактовать. Если вы меня толкнули, я... Да, вы имеете право в ответ, да. Это да. Уже, я, это вопросов уже, нет. Я сейчас не об этом. Мне кажется, что если вы... Не было вокруга, не было криков, перекриков. Поэтому я заинтересован, чтобы не было. Только не пустите меня. Подождите, если я прошу прощения, на секунду перебью, я потом снова вернемся к вашему. Если бы ваши коллеги не стали дергать, отталкивать и не пускать туда, никакого, в принципе, физических контактов бы не было. Честно сказать, я лично не видел, как это происходило. Но перед этим был похожий инцидент, когда человек просто на пролом лупился и отталкивал, говорит, я хочу пройти. Ну, на самом деле он имеет право пройти. 996-я постанова. А вот теперь мы начинаем трактовать. Если вы меня толкнули, я... Да, вы имеете право в ответ, это, да. Это да. Уже, я, вопросов нет. Я сейчас не об этом. Мне кажется, что если вы принимаете участие в каком-то событии, то вы должны ознакомиться с нормативным актом, который регламентирует, как это должно быть. Если вы взяли на себя поддержание порядка на остановочных сборах... Давайте я вас перебью. Одну секунду. Хорошо, пожалуйста. Сегодня выходной день. Что вы хотите в этой установе делать в выходной день? Если этим участвовать в установочных сборах громадской рады. Я согласен. Вы в списках есть? Нет. Вы приглашены? Я человек, который подал документы. Вы подали документы. Можно я договорю? Вы спросили, я договорю, с вашего позволения. Мои документы были отклонены. В списки меня не включили. Я подал жалобу. Попросил рассмотреть ее в моем присутствии, это во-первых. И во-вторых, все зібрання громадських рад проводятся відкрито. Повністю всі. А ви і ваші колеги препятствуете нам присутствовать на собрании громадських рад. Чого ви не б'єте? Чого? Як це? Ви видите, женщина напалася зараз сама. Ми з вами общалися, вона сама зараз напала. Он ее ударил вот так рукой. Я это видел, и это снято. Спасибо, ребята. Это отличное обоснование.
Женщина, заснято. А, здрасте. Да. Извините, не узнал. Прекрасно. Тут четкие провокации. Он сказал, что мы его избили. Прекрасно.